Здравствуйте всем. Меня зовут Симич Лазаревич. Сегодня мы находимся вот в нашем новом клубе, который открыт в конце сентября. И вот немножко можете окунуться в этот мир клубной индустрии, посмотреть, как это все выглядит в течение недели, как эти люди готовятся, чтобы завтра у нас было много гостей. В клубном бизнесе я нахожусь 20 лет в этом году, из которых 15 в Москве. Клуб, в котором вы сейчас находитесь, вот, был создан на, скажем так, умершему клубу на этом же месте. Да. Работала другая команда людей, которые не догнали, там что-то сделали, скажем так, клуб для себя. Но клуб для себя, конечно, всегда не катит, потому что клуб делается для людей, а не для самого себя. Клуб прежде всего сочиняет его команда, которая должна быть очень сильна и крепка, чтобы мы могли сюда вести хороводы и доводить дело до конца. Успеть в клубной индустрии могут только те, которые варятся в этой общей каше. Если человек не из клуба, если это он не хочет, да, если он не готов делиться своим счастьем с другими людьми, то вообще ничего не получится. Дискотека — это конвейер красоты. Вот. Промоутер, вот, успешный, вот это те, которые умеют очень быстро вычислять красоту, притягивать ее и утверждать. Это очень жестокий мир. У кого у красавицы высокие каблуки, у нее всегда есть женихи. Вот такие промоутеры. Кто всегда с хорошим настроем, возле него есть и люди. Значит, зарабатывать деньги есть двумя способами. Либо оптом, либо качеством. Правильно? И оптом, и качеством не получится. У официанта есть бабло, а у промоутера есть слава. Одно с другим никак. А чтобы стать еще хорошо оплачиваемым, кроме славы, должен еще пройти опыт, знания. И только когда там дойдет до мудрости, вот там и начнет рубиться бабло. Иногда, знаете, кажется, там мы сидим и так разговариваем с нашими коллегами, да, и кто-то кажется, какая-то дурная идея, какой-то идиот что-то предложил, не то. А поверите мне, что это не так. Что иногда и сами дурные рождается самая веселая вечеринка. Чем вас развлекали в детском саду и пионерских лагерях? Чем? Хороводами. А вот оно и есть. Ничего лучше не бывает, чем хорошо обдуманный хоровод. Поверьте мне. И если вы сейчас возьмете и подумаете, никто вас лучше не веселил, чем ваши пионер-вожатые, которые вас тусили в всех этих лагерях. Надеюсь, что все когда-нибудь были в этом лагере. Потому что клуб – это и есть этот же пионерский лагерь. Только для взрослых. Финал – это то, когда все клубы умирают, а у вас веселье продолжается. Только вы не забудьте, что правильный клуб, он народ не веселит, а развлекает. Душа должна быть к вам, потому что они к вам тянутся. И не разрешите, чтобы ваша душа запачкалась никак. Как вы чувствуете, что она запачкалась? А вы быстрее под душ ходите, стирайте, советуйтесь с вашими коллегами, партнерами, что там не так, что делать. И не ждите завтрашнего дня, сразу собирайтесь и сразу должны отрезать. Потому что в семье вашей клубной должно жить только положительные мысли и эмоции. Ничего другого. Последний штрих, если мы не даем, половина этого всего отпадает. Что последний штрих? Последний штрих – это линейка всеобщая перед каждой вечеринкой, на которой стоят все участники у нас. Потому что настоящий клуб только тогда, когда все люди, работающие в клубе, не сотрудники, а артисты. Вы понимаете? Коллеги, это было все. Спасибо.